Доброе-доброе утро! У нас сегодня в рамках субботнего клуба будет спортик, поэтому сейчас будем уже присоединяться и начинать делать упражнения. Это так круто, блин. Я очень хочу, на самом деле, чтобы к спорту прививалась с любовью, чтобы спорт прививался с любовью и в хорошей компании. Нагрузка, и все по-разному занимаются, поэтому сегодня будет максимально такая, я сходила до магазина, купила просто райский улов, клубничка. Сейчас буду ее лопать и наслаждаться этими летними днями. Несмотря на то, что погода на улице просто отвратительная. Лето, оно в тарелке. Тратил около 30 минут в неделю, и он увидел огромные изменения. Меньше чем за 6 месяцев. Добрый-добрый вечер, и я хочу вам сказать, что я начала читать книгу «Эмоциональный интеллект». Возможно, вы о ней слышали, потому что она достаточно популярная, и мне кажется, у меня грязная камера. Да. В общем, я вам хотела сказать про эту книгу. Пожалуй, это все, что я хотела сказать на сегодня, и до завтра. Итак, сейчас перед вами монтирующая Алена, которая просматривает все материалы, и получается, я наткнулась на такую мысль, что создается ощущение... Так, ладно, я хотела попить, но ладно, сначала скажу. Создается ощущение того, что я вообще ничего не делаю, и просто занимаюсь йогой, и все. И на этом мой день заканчивается, и я, наверное, немножко хочу пояснить эту ситуацию, потому что сейчас почти все время я уделяю Self-Love Club. Если вы не знаете, что это такое, то я внизу в описании оставлю ссылку на наш клуб, который мы сейчас делаем, благодаря которому вы можете стать более уверенным, вы находите друзей, вообще в целом самосовершенствуетесь и обретаете то здоровое окружение, которое помогает вам расти, развиваться, становиться более уверенным. Вы участвуете в наших клубах, которые как раз таки я и показывала, то есть у нас был спортивный клуб, у нас есть Breakfast Club, где мы вместе с вами готовим и так далее. То есть сейчас максимально все свое время я трачу на этот проект и на то, что я нахожу информацию для тех людей, которые подписаны на него, которые оформили подписку за... Она была 390 рублей, сейчас она подорожала, стала 490 рублей. И я стараюсь максимально наполнить это пространство хорошей энергией, хорошим, не знаю, светом и так далее. Также занимаюсь монтажом видео и монтажом подкастов. И это все занимает максимальное количество времени, и кажется, что я просто сижу в компьютере, но по факту я переделываю достаточно большое количество задач. Вот, хотела в этот момент, наверное, сказать, что помимо вот всего того, что я только что перечислила, я сейчас читала книгу как раз-таки «Эмоциональный интеллект», о котором я говорила, и, наверное, стоит немножко побольше сказать об этой книге, потому что, ну, как бы я просто назвала название и даже не дала вам никакой информации касаемо того, о чем эта книга. Эта книга достаточно хорошо написана, то есть достаточно понятным языком на базе исследований 80-х годов, которая ставит под сомнение IQ как... причину того, что ты станешь успешным в жизни. Потому что это не совсем так, и на твою успешность, так скажем, влияет не только уровень твоего IQ. И в этой книге автор доказывает, что успешные люди, они обладают высоким эмоциональным интеллектом. Ну и показывает, в общем, на примерах, как это все происходит.
Доброе утро. Я только что сходила на прогулку. Сегодня воскресенье, практики нет, но у меня огромнейшее желание сделать хотя бы суринамаскар, не знаю, просто телу очень хочется проснуться, как прям вот как надо, как всегда. Вот, и настроение вообще очень-очень чудесное, и я прям такая в эйфории какой-то. Только что с мамой поговорила, тоже очень хорошо. Вот, поэтому предлагаю вам расстелить вместе со мной коврик и сделать буквально пару суринамаскар, чтобы почувствовать себя еще лучше. Ты там как? Все в порядке? Пупсик. Ты моё брюшко, ты моё брюшко, ты мой зайки. Смотрите, какой он спокойный стал. Он даже мурчит. Ты что, тебе жарко, друг мой? Тебе жарко. Посмотрите на это брюшко. Чуть посмотрите на эту жойку мою. Ты мой хороший, какой он уже хочу пойти немножко прогуляться и сегодня в планах дойти до характера, вот, и скорее всего взять там булочку, потому что они появились по вега, ну это очень круто. Лео там где-то пищит на заднем фоне, и у нас сегодня просто какая-то нереально классная погода, поэтому просто грех не наслаждаться ею. Время надеть шорты, и это очень круто. И это снова я, возвращающаяся при монтаже. И у меня тут Леонард, который ко мне то ли идет, то ли не идет. У тебя как дела, Лео? Все хорошо? В общем, что хочу сказать касаемо булочек характера. Дело в том, что перед тем, как уйти, собственно говоря, на прогулку, мне нужно было кое-что доделать в одном проекте, мне нужна была для этого флешка. Собственно, я ее в компьютере оставила. Дамы и господа, перед вами просто бог, который хотел... Бог. А потрясающий креатор YouTube-видео, 4 года опыта, забывает флешку в компьютере. Ничего не меняется. В общем, булочки удались, очень вкусные. Я могу... Тут не одна фотография есть с этой прогулки. Короче, в последнее время вообще в целом больше просто наслаждаюсь тем, что живу, наверное, в каком-то плане, больше гуляю и нахожусь без камеры, без телефона, потому что уже совсем скоро я снова вступаю в рабочее русло, и, возможно, это немножко меня подбивает, тот настрой, который был раньше, и мне хочется просто, знаете, насладиться последними денечками, когда ты просто можешь жить в своем темпе. А дальше будет еще один день, поэтому смотрите с удовольствием, там будет шикарный манго и потрясающее настроение, потому что в последнее время я просто на каком-то взлете эмоциональном и энергетическом, поэтому хочу этим с вами тоже поделиться. Ее зовут Алена, знакомьтесь, она сегодня тут за главную, это будет ее влог, ну и все. Сегодня было совершено просто огромнейшее событие, я прошла медкомиссию, и я очень боялась этого делать, но это необходимо было сделать по работе. Я откладывала 4 дня, но сегодня я сходила, и сейчас мы идем за кофе восстановительным. Даже когда... Они достали двухметровую толстенную иглу. Аленина рука не дрогнула. Она уже была в обмороке. А еще у нас сегодня потрясающая погода, но вроде как обещали грозу. Я могу
все, добавить немного молока, чтобы он был... Почему он так сидит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Значит, прекрасно. Значит, я...